В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией массовые гуляния, концерты и представления в Одинцовском округе не состоятся. Однако муниципальные парки готовятся к приему гостей. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, в Раздолье, в Голицынском парке героев 1812 года, в сквере имени Чехова в Звенигороде, а также в парке Захарова будет интересно и весело. Игры, музыка, спортивные мероприятия для детей и взрослых найдутся, развлечения на любой вкус. Подробную программу можно найти на сайте администрации муниципалитета.